Всем привет, меня зовут Егоза, мы тут гуляем по парку с Дашей и вот такое дерево заметили. Такая вот трухля уже. Короче, вот смотрите, здесь термиты. Блять, это их не яйца, Даша, смотри. Я, блядь, Зачем ты рушишь их не дом? Я отрыл их не яйца, вон, Зачем смотри. Зачем ты рушишь их не дом? Видишь, что яйца их не? Это маленькие будут мурашки. А вот то, что... Вон то, вон закладка, смотри. Это грибы. Да не лезь руками. Туда. Не лезь. Я всегда думал, что термиты это такие большие, огромные муравьи. Вон, а это такие солдатики. Он такой... Где они? Вот. А вот он. Ползет. А ну вылазь. Не надо туда лезть руку. Даша говорит, что они кусаются. А ну-ка сейчас, чтобы они повыбегали. Да во. Вот он, смотри. Вот он, ну блин, не надо его убивать. Не буду убивать. Он как солдатик, он такой безобидный уродец. Угу, сожрал полдерева. Ну смотрите, что они сделали, полдерева съели. Ой, я чуть не ножку подвернул. Вот так вот они съедают деревья. Эти уродцы. А вот он, это их не папаша, да? Нет, это просто солдатик. А это солдатик, вот только что про которого я говорил. Пошли. Но они очень сильно похожи на солдатика. Нашли с Дашей плантацию, как они называются? Не плантация, это клумбу. Клумбу? Почему не плантация, а вон там? Плантация, так там где собирают что-то. Говорю, что-то собирают, это клумба. Да. Просто цветочки. Тюльпаны? Да. Какие-то они карликовые тюльпаны. Розовые тюльпаны. Предлагаю Даше надрать цветов, она говорит, не надо. Не единое это преступление, говорит. Это вообще какие-то гномы. Красивые. Это карликовые тюльпаны. А вот те? Вот эти красивые маленькие. О, вроде, смотри, какие красивые. Это тоже тюльпаны, что ли? Вон, видишь, какой классный. Надо сюда ночью прийти и надрать тебе тюльпанов. Здесь будет темно, и никто меня не спалит. Вот так вот идешь ночью, как будто гуляешь, а сам вот так косой. А потом назад идешь такой и другой рукой собираешь. И принесешь Даше тюльпанов. Даша. Если ты мне принесешь таких тюльпанов, я тебя имею метелю. Почему? Это же... Вот красивые цветочки покажу. Это же цветы. Вон, смотрите, какие цветочки. Как они называются? Нарциссы. Нарциссы. А это дети? Делнашхауч. Цветы называются Делнашхауч. Это на немецком только что было. Секретный бункер. Здесь какая-то секретная надпись. Дорожка здоровья. Мы идем в поисках клада. Я нашел клад на набережной. Вот он. О, Даша, у тебя больше клад, чем у меня. Пойду посмотрю. Вот он. Это твой клад. Идем с Дашей в центр города. Решили идти пешком. Потому что погода хорошая, весенняя. На улице тепло. Хорошо. Вон Дашечка, смотрите, какая. Хорошая. Я тебя сейчас побью. Я тебя сейчас скину в это озеро. Болотце в это. Лети туда. Даша. Все, хоть, ну юбочка задралась. Какая юбочка? Я тебя сейчас скину в болотце в это. Полетишь у меня. Вон туда прям, как нырнешь. И будешь там болтыхаться.
Так что смотри аккуратно со мной, я опасный. Как наскочу, так мало тебе места будет. Гуляем с Дашей по набережной и нашли вот такую вот кость. Смотри, какая кость. Это копытце коня. Так это коленка. Копытце полностью. Не трожь, не трожь. Чего? Не трожь. Возьму собачкам нашим. Даш. Возьму собачкам нашим. Возьми. У нас как раз два топика. И пополам разрублю. Коняшку, там. О, просто жесть, такая костомаха лежит. Кстати, у нас два топика, это коленка одна. Они будут ее ровно год есть. Голодать конятину. Конятину. Конину. Конину пьют, а конятину едят. Конятина. Трубятина стоит вот это. Смотрите, вон они пасутся. Ты просто идешь по набережной. Далеко на лугу. Пасутся ко. Коровы? Нет. Неправильно, детки. Далеко, далеко на лугу пасутся ко. Кони. Правильно. Правильно, детки. Здесь пасутся кони. Класс. Классный белый конь. Пасется себе чувак, да и нормально. Смотри, какой контрастик. А вот он черный. Там был белый. Вот черный. Смотри, какая грива у него. Расчесанный такой. Хороший. А вот тот. Мне больше тот нравится. Вот этот у вас самый мощный, да? Вот этот конь. Хороший. Смотри, какие копыта у него большие. Огромные просто копыта. И собачка идет. С горбом на спине. Собачка пошла. А ты смеешься. Собачки. А собачке больно. Собачку жалеть нужно, Даша. И собачка идет с горбом. Потом увидела, что собачка хромает. И говорит, жалеть надо собачку. Мне жалко ее. Там еще одна коняшка, короче. Я хочу ее погладить. Предлагаю Даше пойти коняшку погладить. Даша, пойдем коняшку погладим. Не хочу. А что ты не хочешь? Я не хочу я коняшку. Знаешь, как они кусаются так? Ай! Они кричи. Ну это ты так кусаешься. Они, они так не кусаются. Пошли. Знаешь, как они больно кусаются? Да не кусаются они. Тебе, тебя что, коняка не кусала? Я ей не боюсь ее. Ну-ну. Как лягнет тебя копытом. Смотри, какая она маленькая. Да ударенькая. Она срала как много. На, поснимай. Фу. Она хотела свое говно съесть. Да не бойся ты. Ты чего так боишься? Ты знаешь, как они легают? У меня в детстве легало, блин. Легало? Знаешь, как больно, блин. На, держи. Снимай. Мне корова, знаешь, как один раз легнула в детстве? Я не боюсь. Ну давай, иди. Иди. Я не буду вызывать тебе скорую помощь. Главное, самое главное сзади не подходить, потому что может задницей легнуть. А спереди можно к ним подходить. Давай поглажу. Знаешь, как они быстро разворачиваются? Я знаю, хороший. Сейчас я его отвлекаю просто. Эй, ты, большой. Огромный какой конь. Такие лапы мощные у него. У него ноги. Опасно. Хороший. Ему уже не нравится, Егор. Так и хочется его оседлать. Но если я на него залезу, он меня как понесет. И мы в городе будем с ним скакать по центральной набережной. На коняшке. Но это молодой конь. Носится, как стрекоза. Шустрая, быстрая, ягоза.